мастер спорта международного класса Александр Макаров вернулся домой после успешного выступления на чемпионате мира по пароплаванию в Лондоне. 3 золота. С таким результатом поздравили омского спортсмена и его тренера Андрея Франченко, пришедшие на встречу родные, коллеги и друзья. Первую награду высшего достоинства на чемпионате мира Александр завоевал на 100-метровке в плавании на спине. Его результат 2 минуты 63 доли секунды стал рекордом России. Для омского пловца это первое в карьере золото международных соревнований. На следующий день на дистанции 200 метров вольным стилем Макаров вновь показал высший класс, обойдя чилийца Альберта Абарцу и россиянина Владимира Даниленко. Самой сложной для стайера Александра оказалась дистанция 50 метров на спине. Тем не менее, его результат 56,7 секунды оказался лучшим не только в Лондоне. Макаров установил еще один рекорд России. Тяжелая работа была произведена. Три сбора подряд работал. Вот, последний заключительный сбор был очень тяжелый. 13 тренировок в неделю было. Вот, готовились. Ну, как бы все получилось. Рад всему. Он достаточно амбициозный спортсмен и очень работоспособный, так скажем. В общем-то, его не надо заставлять тренироваться, это очень хороший показатель такой. Вот. Никаких проблем ни с тренировочным режимом, ни со спортивным режимом у него нет. В общем-то, идеал спортсмена такого, поэтому он реализует то, что ему тренерский состав дает. Вот. И достаточно уверенно прогрессирует. Благодаря победам на чемпионате мира Александр завоевал путевку на Паралимпийские игры 2020. Омская область, кстати, рассчитывает на рекордное количество квот на главные старты четырехлетия. Я думаю, делегация должна быть хорошая. Человек 8 наших спортсменов должно быть на Паралимпийских играх.